Что ж, снова здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Dragon Age. Начало. В прошлой серии мы вызвалились таки из этого жуткого ужасного сна и попросили помощи у круга магов. Они должны помочь нам изгнать ублюдка из того малого ублюдка. Поэтому давайте продолжать. Слушайте, что-то я соскучился уже за эту игру. Просто трындец. Реально вот так вот приятно. Вот раз в недельку вот поиграть для себя. На прошлой неделе не было ни хрена времени. Не успел я просто в нее поиграть. Вот, поэтому будем на этой. Вот. Так. Со всеми договорились. И отключаем эту хрень. Так. Все. 20-е китайские осыны, блин. Так, ну давайте побежали. Как что-то ты окольными путями каким-то пошел. Карта мира нам замок Редклифф, да? Что там? Не очень понял. Тихо, сейчас кого-нибудь опять встретим еще. Конечно! Не без этого. Ферлдене. Ух ты. Чё такое? Сир, я принёс новости. Банны требуют, чтобы вы отказались от регентства. Я слышал, они собирают войска, как и твои союзники. Похоже, гражданская война неизбежна, несмотря на нашествие порождений тьмы. Жаль. Они охренели? У меня есть ещё одна новость. Похоже, в битве при Астагаре погибли не все серые стражи. Не знаю как, но они будут действовать против вас. Я нашел способ уладить это дело, с вашего позволения. Антиванские вороны приветствуют вас. Да что еще за хрен? Убийца? Для борьбы с серыми стражами нам понадобятся... Серые стражи тебе сейчас по шее надают. Самые дорогие. Алкаш. Просто сделай это. Сейчас дует. Такой, назад попятился, правда. Кубарем повалился такой. Шо, плохие дела, ублюдочек. Нихер было кидать всех. Нафиг не надо. Головорезы. Порочные. Обратный путь отрезан. Что-то позаблокировано все. Нам-то похрену. Давайте-ка мы на этого мага наедем. Дай до лампочки. С превеликим удовольствием. Маг тогда будет херячить нас сверху, если мы не договоримся с этими головорезами, головкорезами. А, путник из дивных краев. Может, ищешь что-то особенное? Мои тюки почти пусты, но вот у меня есть том неведомого происхождения. Это торгаш, что ли, или что? Эрнус ви Этернус. Говорят, последнее послание грешному миру от самого Создателя. Продал пару копий в башне круга, да? Понятия не имею, о чем ты говоришь, и вот эти здоровенные парни с мечами тоже. Бей их. Ясно. Только получи. На-ка. Они дохлые. Они дохлые, трындец. Лечи давай. Так, я приделаю этого мага. Иди сюда. Бля, он что-то делает. Так, кто кого? Мы просто молодцы! Просто молодцы! Ты расскажи мне, как же ты стал серым стражем? Трындец, самое время говорить в двух словах. С Дунканом познакомились, я ему понравился. Вижу, ты не желаешь делиться этой историей. Вполне справедливо. Прости за... Не, да ладно. Не, ну могу рассказать. Интересно будет услышать.
Эрл Холл зверски убил всю мою семью, Дункан помог мне бежать. Эрл Рэндон Холл? Эрл Амарантина? Да, сволочь такая. Почему он так жестоко поступил с вами? Я сын Брайса Кусленда, от Эрна Хэя. Ну или же из зависти хотел получить. Хайвер, тренер моего отца. Ты последний из Кусландов? Я понятия не имела. А ты думала. Хоу заплатит за то, что он мне сделал. Не дай жажде мести ослепить тебя. Ну, мне похер. Хоу непременно получит по заслугам в свое время. Такие преступления не могут остаться без. Да, если я не накажу, то... Прощайся, дорогой друг. Ты выжил вопреки всем ожиданиям. Мы еще не знаем, какая судьба предназначена для тебя или для имени, которое ты носишь. Быть серым стражем не так уж плохо. Да нормально. Так. Я исполнил свой долг, но не забуду, что совершил Хоу. Порой меня утешает мысль, что все в конце концов завершится так, как должно завершиться. Что все будет хорошо. Конечно. Ты был избран. Ты пережил посвящение, а другие не пережили. Быть может, это было предначертано? Ну, естественно. Иди зубы почисти. Ну-ка, что там это? Бейха. О, припарочка, капюшон. И денежки. Ай, хорошо. Так, там еще маг валяется. Я с него не полутал. Ну и дурень. Так, подожди. Тут мне надо выкинуть. Это уже у нас нету. Малый эликсир заземления. Ну, если будет. Воспользуемся. Так, что у этого мага? Деньжатки. Так, ну-ка подожди, что у меня там с инвентарем? А, не забит практически. Надо свин сравнить, что у него за шляпа там. О, плюс 12 в защите. Это, наверное, говно. Да. Плюс 12 хитрости. Вообще это помогло бы, наверное, магу. Я постараюсь. Ой, в смысле, мне больше, чем магу, я не знаю. Тарай-та-тай-тай-тай-тай. Бежим дальше. Пурум. Пум-пум. Пурум-пум-пум-пум. Ой. Такую лестницу соорудили здоровую. Тяжело подниматься. Так, потом пойдем, я не знаю, наверное, гномам. Там какие-то три задания, по-моему, надо будет выполнить. Ой. Краснолюдам. Так. Где тут эти конченые? О. Первый чародей Ирвинг. С кем он базарит? Ага, вот и ты. Да. Мы принесли лириум и начали подготовку к ритуалу. Можно начинать в любую минуту. Все непременно. Так, приступим, короче, не будем базарить. Я рад, что мы избрали этот путь. Это самый лучший выбор. Все это хорошо, но кто отправится в тень? Ясно, кто, ёп. Просто. Так, в тень идет Йован. Что-что? Я? Ты уверен в том, что делаешь? Запустить мага крови в тень к демону? Что если демон овладеет им? Для Йована это шанс искупить свою вину. Слишком ты скор на доверие. Но все же я сделаю так, как ты просишь. Я сделаю все, что в моих силах, клянусь. Я не знаю, что-то я ему доверяю, этому чуваку. А, ну конечно. Да я буду. Так, все одобряют. И опять мы в этой хрени тени бежали. Хера себе, у него магия, волшебная стрела. Волшебный щит. Так это что за хрень там ходит? Магия крови.
Пока активна эта способность, маг крови тратит на заклинание не ману, а здоровье. Ага. Вытягивание жизни. Ясно. Это типа дрейна. Магия смерти. Пока активная эта способность, заклинатель впитывает энтропическую энергию, вытягивая остатки жизненной силы из мертвых врагов и восстанавливая здоровье. Ни хрена себе. Потеря ориентации. Заклинатель незаметно воздействует на осознание цели, вызывая у нее кратковременную потерю ориентации. Взрыв разума. Заклинатель направляет волну психической энергии, которая оглушает врагов, попавших в сферу. Так, давайте боевые как-то вынесем в одно, наверное. Бафы. Селф-бафы сюда. Не ману, а здоровье. Вот это тоже сюда. Втягивание жизни. Это так. Так, вот это, по-моему, поражает цель молнии. Взрыв разума боевая. Так, это что у нас? Впитывает энтропическую энергию из трупов. Это дебаф его сюда. Это что? Слабость. Втягивает энергию с цели. Штраф к атаке. Это тоже дебаф. Так, это что? Паралич. Истощает. Тоже дебаф. Так, вот это вот. Это баф, селф-баф. Что-то не переносится. И это каменный кулак, знаете, наметает каменный снаряд, который сбивает цель с ног. Пошли. Где ты? Здесь есть кто-нибудь? Здесь я. Эрл и Амон, о, здорово. Благословенный тен. Эй, ты! Ты не видел моего сына? Я все слышу его, но никак не могу отыскать. Совсем заплутал в этом чертовом тумане. Попытаться пробиться к Эрлу, что ли? Эрл и Амон? Ты помнишь меня? Ты? Предатель! Думаю, что да. Прочь от моего сына! Прочь! Коннор, бежим! Где? Где ты? Так. Не мешай мне искать сына. Я чувствую, с ним что-то случилось. Это я. Ни хрена не ищет сына, а чисто стоит, так отдыхает. Ладно, это пока не надо, пускай. Жизненная энергия восстанавливается. Что у нас? У нас вообще ничего нет. Так, я не знаю, чем бы закончилась та бойка, но здесь, видимо, смысла нету. Но меня, короче, игру выкинуло. Так. Мне интересно, у меня мана восстанавливается или нет. Хватит, жили лириум сбегаем. Вроде не восстанавливается, это плохо. Или восстанавливается все-таки. Да, восстанавливается, можно постоять, подождать. Отдохнуть. Собственно, особо не париться. Надеюсь, там демоны не лечатся. Фиг на него, подождем тогда на паузе. Так, ну я троху восстановился, давайте жахнем. Хорошо. Не будем особо спешить. Демон восстанавливается, походу. Блин, я зря жду вообще.
давайте ее жахнем. А это чё? Нормально, меня так устраивает, пускай валит. Я не знаю, что это за баг, но, в принципе, неплохо. Давай. Что, опять эти демоны грёбаные. Так, давайте попробуем их жизненную силу воровать. Есть. Плохо. Так, ну я думаю. Херня. Вообще херня, непонятно, что она делает. Волну психичного мира уражает врагов, попавших в сердце. Да ну их нахер. Это к дебафам. Так, и... Значит... Так, вот так. И это что у нас? Потеря ориентации. Дебаф. Ладно, так. Есть. Тебе сейчас жахнем. Я пошел. А, это паралич сработал. Супер. Не, паралич классная вещь. Я думаю, что она стоит. Конченое мракобесное создание. Что случилось? Че все плачут? А, куча трупов, мол. Вы не говорите, что Элла Амон умер? Типа, воинов фигачит или вот чё там? И всё. Коннор снова прежний. Кажется, он ничего не помнит. Это и к лучшему. Надо будет отправить его в башню Круга Магов на обучение, когда война закончится. Подумать только, маг. Вот причуды судьбы. Если Амон поправится, его ждет тяжелый удар. Но, по крайней мере, его жена... Ну, Амон жив, все нормально. Благодарю вас от всего сердца. Я уже почти... Поверить не могу, что Коннор снова прежний. Остается еще Йован. Вы доверились ему, и он спас Коннору жизнь. Я не знаю, что тут делать. Пускай его судьбу решит Эмон. Если он не поправится, участь Йована будет решена. Что скажешь? Так. Я бы его отпустил, наверное, все-таки он доказал, что он хороший парень. Отпустили бы? Вы в своем уме? С чего это вдруг? Я согласен с Изольдой. Он Малефикар. Мы не можем отпустить его на волю и забыть о всех его преступлениях. Не забывайте, он рисковал жизнью, чтобы спасти Коннора. Может быть, вы и правы. Но это должен решить Эмон, а не я. Извините, но Йован пока останется в подземелье. Это еще не конец. Что бы демон ни сделал с моим братом,
Он пощадил его жизнь, но Эмон по-прежнему в летаргии. Мы так и не разбудили его. Урна! Урна священного праха спасет Эмона. Я пойду, короче, урну поищу. Спасибо. Я очень признательна, что вы пытаетесь помочь моему мужу. Найди в Денериме ученого, брата Дженитиви. Он уже несколько лет ищет местоположение урны. Денериме. Рыцари говорили, что так и не нашли Дженитиви. Но вдруг сам Создатель поможет вам. Я должен отправиться в парадный зал и начать восстановление замка. Удачи тебе, и да пребудет с тобой Создатель. Окей. Денериме. Так, задание новенькое. Мор. Редклифа. Так, вылечить. Водил демона в тени. Так, ритуал сработал. Теперь ты знаешь, что причина всех бед Коннор. Стаганулся. Так, освободил от него. Ну ладно. Так, а... Далийские эльфы. Что тут? Дочь кузнеца Валена убежала тем путем, которым ты пришел. А когда будет время, надо проверить, все ли с ней в порядке. Ну, давайте в Редклифф. Как его сделать текущим? Что? Что произошло? Кого-то бафнул? Я не знаю. А где этот грёбаный выход тут? Ого, аж. Какого хрена? Давайте чутка там повыполняем эти дополнительные задания. Могли бы уже и быстрый выход здесь сделать. Тут что-то как-то далековато. Ух ты ж, ёшкин, так вот. Так, подвал. Внутренний двор. О. Так, это милая женщина в Редклиффе вроде, да? Так, подожди, а что у нас с заданиями-то? Может быть, этим же путем пойти? С превеликим удовольствием. Помню, как здесь мучился, блин, проходил. Это было что-то. Да? Здесь драет что-то. Слуга от крови, наверное, оттирает. Что я тут натворил? Слуги сплошные. Что я зря сюда пошел, да? Сюда. Я нифига не понимаю. На круг просто сделал. Подвал поти. Ай, ну его нахрен, короче. Ходим во внутренний двор, да и не паримся. Я должна спросить, что я просто. В конечном счете, быть серым стражем значит служить другим, служить всем, будь то ты серый страж. Таким образом, да хватит. Не они тебе служат. Король, который так не поступает, который считает, будто сам титул дает ему право на власть, который злоупотребляет властью ради ли... Не надо. Да что-то она там не одобряет, что я с ней поссорился, вообще не заметил, что я там побазарил. Ладно, бежим. Ты не понял, как я туда попал, не попадая в замок. Очень херень какая-то.
Денерим нам надо, да? Где Денерим? Не, давайте в Редклифф, да? Метнемся. Может, там все-таки будет эта девочка? Стоп. Сир, я узнал еще кое-что. Да. В общем, похоже, что битва прошла именно довольно. Так, как вы и... Отец, я хотела бы знать, чего ты добиваешься? Давай сражаться с порождениями тьмы, а не друг с другом. Мы заставим знать подчиниться и победим порождение тьмы. Это не настоящий мор, Анора. Только тщеславие Кайлона требовало, чтобы это было прошу так. Прошу прощения, сир. Но мор это или не мор, скоро не останется людей, чтобы сражаться с порождениями тьмы. Кайлан звал на помощь орлесианцев, разве не так? Никогда! Мэрик и я прогнали этих мерзавцев! И мы не станем встречать их с распростертыми объятиями! Отец, нужна помощь! Нам не справиться в одиночку! Карлден выстоит и без помощи! Я позабочусь об этом, Анора! Ты должна верить в меня! Это ты убил Кайлана. Смерть Кайлона — дело рук самого Кайлона. Да ты шо? Скотина. Вот уже скот. Так. И куда нам тут идти? Нихера не показывает... Вообще ничего не показывается. Что за бред? Дети. Да ёпарас это. Что я сделал? Ох, путь оно. Конские перья. Так, где? Какого? Действительно? Да. Да. Уровень повышен. Давай-ка. Ну, разбойничек, поэтому ей опять же ловкость, силу и хитрость. Что у нее тут? Умение бард. Разбойничье умение взламывать мы будем себе качать. Стрельбу из лука бы ей качнуть. Ага. Так, что тут? Критический выстрел бери. Ну, у нас лучница великая будет. Я, короче, не знаю. Тактика. Потерянная в замке. Непонятно, короче, хрен на нее. Так, давай. А это сделаем активной. Читать все. Куда нам? Это сказал, что в Денерим надо. Ну блин, опять же. Неясно, куда бежать вообще совершенно. Ай, ладно, погнали. Значит, Денерим. Пришло время, так, пик солдата какой-то. Ну, здесь морозные горы, конечно, можно сходить. Ну ладно, давайте сначала. Я даже не знаю. Давайте. Денерим. С кем-то подраться придется явно. Ну, нам же это не страшно, уже прокачались. Приличненько, так. Какой-то тупник. Создателю, помогите! Они напали на нас! Умоляю, помогите! За мной! Я отведу вас к ним! Что-то у тебя мужской голос. Я тебе не доверяю. Будьте, ребят, поосторожней с этим членом общества. Убили брамина. Скоты. Явно привело чмо. Я же говорю. Чудище. Сейчас птичка еще превратится в зло. А-а-а! Это эти чмошники.
Что думаешь, я тебя боюсь? Да за дохрена. Здесь умирает дебильный эльф. Хера себе. Еще хоть эти могу жрать. Лучи, Зерван. Так, кому тут давать еще? Ловушка. Ловушки. Мать, обезоружил. Убийца ранен, без сознания, он все еще жив. Если хочешь, можешь связать его, а потом говорить с ним. Ну-ка, давай поговорим. Что? Я... Ох. Ох, ох. Я думал, что открою глаза, а я труп. Или что, вовсе не открою, раз уж такое дело. Но смотрю, ты меня пока не убил. Хочу спросить кое о чем. Ах, значит, меня ждет допрос. Давай будем беречь твое время. Мое имя Зевран. Для друзей Зев. Принадлежу к антиванским воронам. Здесь с одним заданием. Убивать всех уцелевших серых стражей. Это задание я, к несчастью, провалил. Кто такие антиванские вороны? Могу тебе рассказать. Это орден убийц из Антивы. Очень могущественный и славится тем, что всегда выполняет работу. Чтобы нанять его, кто-то потратил большие деньги. Спасибо. Совершенно верно. А я удивлен, что здесь так много знают о воронах. Там, откуда я пришел, у нас довольно шумная репутация. Не за Антивы сюда пришел? Не совсем. Когда поступило предложение, я оказался неподалеку. Видишь ли, вороны, они летают. И кто ж нанял, чтобы убить нас? Один неразговорчивый тип в столице. Если не ошибаюсь, Лагейн, да? Ага, точно. Так, значит, верен Лагейну? Понятия не имею, какие у вас с ним трения. Вероятно, обычные. Ты угрожаешь его власти, верно? Ну а насчет верности... Нет, я ему не служу. Я нанялся на определенную работу. И когда ты должен вновь встретиться с ним? Я не должен. Если бы дело выгорело, мне следовало вернуться домой. А вороны уже сообщили бы вашему Лагейну о результатах. Если бы он первым не узнал. Если дело не выгорело, значит, я умер. Или умру, как только вороны до меня доберутся. Так что с Лагейном встречаться незачем. Так. И зачем ты мне все это говоришь? Почему бы нет? За молчание мне не платят. Впрочем, я не на продажу это предлагаю. Так, значит, заплатили, чтобы ты меня заговорил, да, одури? Учитывая обстоятельства, я занимался этим бесплатно. Как бы там ни было, если допрос закончен, я хотел бы сделать одно предложение, если не возражаешь. Ну, давай. Ладно, слушай. Я не смог убить тебя и расплачусь своей жизнью. Не ты меня убьешь, так вороны. Так уж у нас заведено. Жить мне нравится. А на тебя и вороны не рискнут нападать лишний раз. Может, возьмешь меня служить тебе? И что ты за это хочешь? Ну, посуди сам. Сохранить жизнь само по себе хорошо. К тому же живой я буду несколько полезнее тебе. А если ты когда-нибудь потом решишь, что я тебе больше не нужен, что ж, тогда я уйду, куда глаза глядят. До тех пор я твой. Разумно? Ну ладно, давай. Как? Только наемного убийцы нам не хватало. Ты что, впрямь считаешь это хорошей мыслью? Давайте убедим. Не тревожься, пригодится. Ладно, ладно. Похоже, я тебя понимаю.
И ну, конечно, же, когда жрать нечего будет, на мясо пустить. Если можно было прятаться от отчаяния, то теперь оно явилось и помахало ручкой. Добро пожаловать, Зевран. Обзавестись антиванским вороном – хорошая затея. О, значит, ты одна из моих будущих спутниц. Я и не думал, что среди искателей приключений бывают такие красавицы. А может и нет. Сим, клянусь я в преданности к вам, а куда не будет вам угодно освободить меня от всего бремени. Безоговорочно отдаю себя в ваше распоряжение. Клянусь. Вот так вот. Набираем уровень 11, разбойник. Лиана только 9. Ладно, давайте посмотрим, что за... Итак, Лиана, до свидания. Берем этого чувака. Алистер не одобряет, Лиана одобряет. Так, давайте глянем на его эквип. Что у него в инвентаре там? Укрепленная кожа. Его можно раздеть, в принципе. У него сет. Давайте его разденем нахрен или Лиане дадим. Хотя Лилиана тоже неплохая где-то, по-моему. Броня 1.0. Броня 6.0. 1.0, 6.0, 1.5. Ну-ка. Так, сменить отряд я не могу пока. Гляньте, он считает, что еще здесь Зевран лежит. Ладно, давайте пока пособираем кости. Друзья, рыжий Дженни, нахер. Так, что там за задание с этой Дженни? Вы добыли небольшую расписную скатулку. Награда кого-то не была, ждет вас в торговом квартале. Ладно. Какой-то убийца валяется. Полгода туда бежать, ну ладно. Мы сможем. Еще пару убийц. Здесь там ящики, ё-моё. Так, давайте за этими убийцами еще сбегаем. Я сказал сбегаем. Ну ладно, раз уж прибежали, давайте. Маленькая припарочка. Так, еще я не с собой-то бегаю. Голубиный гриб. Камон, давай, побежал, побежал. Как пожелаешь. Ядец. Зелье лириума. Ладно, все, выходим отсюда. Позвали нас на помощь. Но мы, конечно же, помогли бы. Если бы здесь не было кучи придурков. Так. Здесь выход. Ёшкин кот. А вот он. Где-то там. Угу. Это я там вокруг него бегал все время и не знал, где он находится. Ох и наркоман. Продолжаем шпарить в Денерим. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, торговый квартал Денерима. Хер пойми, куда надо идти. Да какую-то хреномунду найти. Равно как один мир. Задания одна жизнь, всякие. Одна смерть. Мать Пертупея. Проповедница. Давайте все берем. Потом будем разбираться. Так, что у нас тут? Денерим. О. Уничтожить преступников, которые нападают на честных граждан в закоулках Денерима. Да, ну мы это любим. Так, урна священного праха. Вот же она появилась. Таскать урну священного праха. Ну-ка. Где мне ее взять?
Вот хер поймешь. Так, где мой? Медицина и магия не смогли исцелить Эрла и Амона, он угасает с каждым днем. Тебе сказали, что в котором находится танки обладает несравненной силой. А леди Изольда послала на поиски урны своих рыцарей, но все вернулись. Прах Андрасты необходимо найти. Отыщи в Денериме брата Джинитиви, учебного церковника. Ферилдения вопросом урны занимается только он. Брат Джинитиви обладает... Так, ну церковник должен быть церковь явно. Это что у нас? Храмовник, стражник. Церковь. Вот сестра Джустина, ну-ка. Какой контраст. Даже в такой черный день так светло и ясно. Ой, прошу прощения, я уже думаю вслух. Ты пришел взглянуть на объявление? Ах, кто ты такая? Я сестра Джустина, попечительница реликвария этой церкви. Ну вот, опять гордыня. Как же нелегко следовать примеру Андрасты. Угу. Чем занимается попечительница? Архивариус заботится о книгах, а я о священных реликвиях. Кроме того, я разыскиваю новые реликвии для пополнения нашей коллекции. А это куда труднее, чем может показаться. Неужели можно еще найти вот новые реликвии? Мне так думается. И все же я не устаю изумляться тому, как легко люди верят в самые невероятные заявления. Любой уличный торговец заявляет, будто у него есть палец самой Андрасты. Да только в этом городе из одних пальцев можно составить скелеты 10 пророчиц. И ведь попечители часто принимают такие реликвии, как подлинники. Я сомневаюсь в подлинности даже самых священных наших артефактов. Так, уличные торговцы неплохо наживаются. Когда я... Так, все что-то... Вера порождена не разумом, а сердцем. И это... Даже фальшивые символы могут порождать истинное воодушевление. Так, как ты думаешь, урна священного праха существует? Конечно. Мои исследования показали, что весь пепел был собран то ли в кувшин, то ли в урну. Но она давным-давно потеряна. Правда, это не мешает. Подлинный прах, ясно, скорее всего, где-то спрятали. Но может статься, что урна... Ну, теперь ты, быть может, поймешь. Ты... Достаточно сказать, что я ищу... Да. Короче, просто потеря времени. Тебе что-нибудь нужно? Не-не-не. Ник... Во имя Андрасты... Невеста Создателя, добро пожаловать в сей дом. Пока собор закрыт, можешь обращаться к сестре Ольме, если тебе понадобятся свадебные или погребальные обряды. Кто-то умер? Я помню похороны. Король Кайлан умер, помнишь? Вместе с большей частью армии при Астагаре. Да направит их Создатель. А почему закрыт собор? То, чего вы боитесь, живущие лишь в тени смерти... Я видел, что это лишь облако, пробегающее перед солнцем. Жертвы при Астагаре были ошеломляющие. Каждый день у нас были поминки по погибшим сыновьям и дочерям Денерима. И до сей поры им не видно конца. А что не так с твоим другом? Они поют песнь? Это похороны? Он много лет назад уже должен был вернуться в Вал-Руайо. Но он предпочел остаться и дослужить остаток отпущенных ему дней в родной земле. Это Лириум с ним такое сделал. Тогда он бы перестал быть храмовником. Благословенны те, кто встает против зла и скверны и не отступает. Он не забывает, кто он, даже если больше уже ничего не помнит. Да укажет тебе... Так, что-то я, походу, не могу попасть в церковь. Это нехорошо. Все живущие в мире несут творение Создателя. От рабов и до королей. Мать. Равно как один мир. Одна так, жизнь, мне вообще интересно, работают? Так, страж пердела какого-то. Записки ученика Ганта. Повествуют о древнем ритуале в башне круга. Начинается ритуал, хотя Гант явно так и не сумел довести дело. И что? Так, Рим. Друзья Рыши и Дженни.
Торговом за квартале Денрима. Ну-ка. Смерть и один бог. Здесь появляется. И это создатель. Грешны те. Так, а если я урну священного праха возьму? Кто дарует любовь? Свою. То исчезает. Значит, не время пока еще. Ладно, давайте поможем друзьям Рыжей Дженни. Что, даже про десерт не вставила? Это Лизели. Ученики Фрейды. Мастер Игнасио. Ладно, изучать здесь все будем потом. Блин, голубиные грибы, нахер они мне нужны. Сундучки. Горим! Так, у этого Гарима, Горима, может быть оружие. Добро пожаловать. В такие беспокойные времена твоему отряду Давай-ка. Не помешает. Так, сведения есть. Расскажу, что смогу. Хоть я обычно не торгую тем, что мне не принадлежит. Так, кто самые важные персоны? Это столица Ферелдена, так что всех важнее тут королева и регент. А вот у городской стражи, судя по всему, теперь новый начальник. Эрл Рэндон Хоу. Он откуда с севера. Что сейчас в городе происходит? Самая главная новость — собрание земель. Во всех особняках Денрима слуги спешно наводят порядок, дожидаясь прибытия своих хозяев. Так, ладно, на продажу. Но это мы спрашивали. А вот у городской стражи, судя по всему, на всех. Ай, может ему продать кого-нибудь говна? На тебе эту пыль, на тебе этот яд, сколок, корни пригодятся. Так, это какого уровня лук? 6-го. А, это мне упал с этой. Угу. Ладно, не будем. Ну-ка, мабарин нахрен. Так, подожди, мне нужно. А я не могу отряд поменять здесь, ё-моё. Из Арзамара. С возвращением. Желаешь взглянуть на. Ладно, пока не буду продавать там всякое это говно. А то... Что у нас тут? Кинжал 3-го уровня. Длинный меч. 3-й. Арбалет. 26 силы надо, ясно, ладно. Сэр Ландари какой-то. Я тебя уже видел при Астагаре. Здорово. Кровь Андрасты, да ведь ты серый страж, ученик Дункана. Он самый. Вы убили моего друга и славного короля Кайлона. Сэр, я требую удовлетворения. Ты на что намекаешь? Удовлетворение? Так, все обвинения Логена против стражей — ложь. Так ты не только предатель, но и клеветник. Ты смеешь опровергать слова Терна Логейна? Пошевели мозгами, стражи ни за что бы не стали помогать порождениям тьмы. Сэр, мне не нравится твой тон, но тут ты, может, и прав. Может, я об этом и пожалею, но не могу вызывать на дуэль того, кто, быть может, ни в чем не виноват. Иди, страж. Если я добуду доказательства, иди ты в жопу. Мы еще встретимся. Все, что я могу тебе сказать. Так, мне вообще куда-то туда. Так, извиняюсь. Так, ладно, продолжим. Давайте хоть одно задание тогда выполним. Там какая-то хренька висит. Плакат серого стража. Это что такое? Не верите живым наветам, собираются друзья серых стражей. Угу. Потаенная жемчужина хранит ключ к сопротивлению. Грифоны подымутся вновь. Что бы это ни значило. Ладно, так, это что? Таверна. Ага, там поторговать. Покусанный дворянин, главное, называется. Лавка диковинка. Что там? Таинственная дверь. Бочечка. Так, ну тут нам таинственную дверь, наверное, надо. Мочка, как всегда, всякое говно лежит. Ну ладно, возьмем, хоть продать можно. Ток-ток. В ответ на твой стук дверь приоткрывается. Дует легкий бриз, как будто изменилось давление. Ага. Проявить расписную шкатулочку.
Шайтин кивает, за ним появляется мешочек с монетами. Дверь закрывается. Хорошо. Собственно, спасибо, ребят. Ладно, я думаю, на этом серию закончим. В следующей серии будем тут по Денериму выполнять эти мини-задания. Сколько там выполним, потому что нужно прокачаться, потому что, когда прокачиваемся, нам становится легче воевать. И этого Зервана нужно будет поменять на нашу Лилиану, потому что что-то мне не очень нравится. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели, надеюсь, понравилось. С вами был Юра, всем самого наилучшего, пока-пока.